Всем привет! В этом видео я покажу, как восстановить данные после переустановки, обновления macOS или форматирования диска. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Как заявляет большинство пользователей Mac, самый распространенный случай потери информации происходит при переустановке, обновлении системы или форматировании диска. Переустановка операционной системы обычно может понадобиться, к примеру, при сбое системе, медленной работе компьютера или когда необходимо стереть все личные данные. В данном видео вы узнаете, как можно восстановить данные после переустановки macOS или же форматирования диска. А также будет представлено руководство, которое поможет вам безопасно переустановить macOS без потери данных. Если вы решили переустановить операционную систему с форматированием диска, заранее следует сделать резервную копию важных данных, чтобы потом не ломать голову, как их восстановить. Это лучший способ обезопасить себя от потери важной информации. Однако, иногда резервного копирования недостаточно для восстановления потерянных или удаленных файлов, потому что всегда может произойти что-то неожиданное. В процессе переустановки система делает быстрое стирание тома. В результате она удаляет каталог файлов, но не записывает информацию на диск, и исходные данные не будут перезаписаны. Этот факт позволяет восстановить файлы после переустановки операционной системы Mac, если быстро предпринять меры. Обратите внимание, что вам следует прекратить использование своего компьютера, иначе данные будут утеряны в случае их перезаписи. Без дополнительного софта восстановить данные после переустановки системы будет возможным только в том случае, если вы заранее создали резервную копию. Есть несколько способов восстановления утерянных данных. Зависимо от ситуации, выберите для себя нужный. Первый метод восстановления утерянных файлов после переустановки системы – восстановить резервную копию из тайм-машин. Если вы создали на внешнем жестком диске резервную копию, вы с легкостью сможете восстановить утерянную информацию. Так вы сможете полностью восстановить потерянные файлы с почти стопроцентным успехом. Для восстановления нужно сделать следующее. Убедитесь, что внешний жесткий диск резервной копии тайм-машин подключен к устройству Mac. Откройте Launchpad, нажмите «Другие». Здесь найдите и щелкните по значку «Тайм-машин». Прокрутка временной шкалы и просмотр резервных копий, содержащих утерянные файлы, осуществляется стрелками вверх и вниз. Найдите утерянные данные, которые нужно восстановить, и нажмите «Восстановить», после чего начнется процесс восстановления. Далее, возможно, нужно будет перезагрузить компьютер, после чего файлы должны появиться на устройстве и станут доступны для просмотра. Для следующего способа вам понадобится компьютер с операционной системой Windows. В том случае, если перед переустановкой macOS вы не делали резервной копии в тайм-машин, нужно будет скачать специальную утилиту, которая поможет вам восстановить ваши данные. Среди множества инструментов для восстановления данных мы рекомендуем вам программу Hetman Partition Recovery. Когда дело доходит до восстановления файлов после переустановки операционной системы, вы можете быть уверены, что Hetman Partition Recovery поможет вам в этом. Утилита просканирует ваш жесткий диск и внешние запоминающие устройства, найдет утерянные данные, и вы с легкостью сможете их восстановить. Для восстановления данных сделайте следующее. Подключите ваш диск к компьютеру с операционной системой Windows, скачайте и установите программу Hetman Partition Recovery. Как упоминалось ранее, в процессе переустановки macOS система делает быстрое стирание тома. В результате она удалит каталог файлов, но не записывает информацию на диск, и исходные данные не будут затерты. Обратите внимание, что вам следует прекратить использование своего компьютера, иначе данные будут утеряны в случае их перезаписи, и вы не сможете их вернуть.
в менеджере дисков выберите ваше устройство, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Сперва попробуйте выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла удаленные данные, выполните полное сканирование. Мастер восстановления данных немедленно просканирует выбранный том диска и отобразит результаты сканирования в правой части окна. По завершению сканирования вам нужно лишь отметить удаленные файлы, которые нужно восстановить, и нажать кнопку «Восстановить». Указать место, куда сохранить данные, и нажать «Сохранить». Еще программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа, что повышает шансы вернуть утерянную информацию, так как при множественном сканировании диска могут быть затерты данные. Hetman Partition Recovery является мощной, безопасной и простой в использовании утилитой для восстановления данных. Мы рекомендуем использовать именно ее. Перед использованием вы можете посмотреть видео сравнительного теста, где она показала один из лучших результатов восстановления. Все же, прежде чем делать перестановку системы, рекомендуется сделать резервную копию данных, которые хранятся на диске. В результате вы не потеряете важных данных и все пройдет без лишних проблем. Хотя это и может вызвать некоторые трудности и займет некоторое время, вам не придется потом тратить еще больше времени, чтобы вернуть утерянные данные. Скопируйте важные данные, к примеру, на съемный диск. Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь встроенной утилитой Time Machine, после чего можете приступать к перестановке операционной системы. Для перестановки перезагрузите компьютер в режиме восстановления. Для этого перезагрузите устройство и одновременно удерживайте клавиши Command и R, чтобы открыть окно утилит macOS. Очистите жесткий диск, для этого откройте дисковую утилиту и нажмите «Продолжить». Выберите загрузочный диск и нажмите «Стереть». Выберите APFS или macOS Extended и нажмите «Стереть». Перезагрузите устройство, удерживая клавиши Command и R, чтобы открыть окно утилит macOS. Здесь нажмите «Переустановить macOS», затем «Подтвердить» для начала перестановки. Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс. По завершению вы получите устройство с чистой системой. А для восстановления данных откройте Time Machine и восстановите с резервной копией. Теперь вы можете перестановить операционную систему и при этом сохранить все ваши файлы, получив свежую копию операционной системы. Надеюсь, эта инструкция помогла вам решить проблему восстановления утерянных данных при переустановке, обновлении операционной системы или форматировании диска. Если у вас нет резервной копии, советуем воспользоваться программой Hetman Partition Recovery, которая просканирует ваш диск, найдет и восстановит утерянную информацию. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!